Привет, друзья, товарищи! Вы на канале «В поисках золота и старины». Если вы смотрите это видео на каком-то другом канале, знайте, что оно ворованное. Так что напишите мне об этом. Будем наказывать супостата. Да, друзья, сейчас обращаюсь именно к моим подписчикам. Это видео уже когда-то было на моем канале, когда я только начинал знакомиться с Ютубом. Но я тогда не знал, что музыку для фона надо брать именно с Ютуба. Я взял ее просто с интернета. И вот чудо произошло. Несколько человек вчера мне написали: «Уважаемый, чего ты открываешь рот как рыба в видео, а где звук?» И вот, чтобы не показаться глубоководным окунем, я решил перезалить это видео, потому что звуковую дорожку банально удалили. Видео я чуток переделал и покажу вам обратно. Те, кто видел, можете банально проигнорировать этот ролик, а те, кто не видел, приятного просмотра. Да, забегая наперед, скажу вам, что находки здесь были зачетные, так бы я его просто удалил, не раз уже так делал. Привет всем, кто зашел в гости. Сегодня мы с вами... Ох, какая у меня перчатка модная. Сегодня мы с вами попробуем покопать, поискать, подышать. Поля уже все засеяли, хотя мы изначально ехали на поле, проехали далеко, а поле уже посеяли. Возле поля луг. Навигатор нам сказал, что и на лугу были домики, да мы и так видим, что были. Так что походим, поищем, покопаем. Что с этого получится, обязательно вам покажем. Так что усаживайтесь поудобнее и давайте смотреть. Пойдем. Вот такой вид открывается нашему взору. Ветер, правда, сильный. Это я за кустик спрятался. Но будем пробовать снимать. Вот, если вам видно, вот домик был. И там дальше вот камыш. И под камышом там река. И под камышом шла деревня. Так что попробуем поискать, может, нам сегодня дед Хабар чего-нибудь подбросит. Не переключайтесь, смотрим. Был сигнальчик, похожий на динарий или мусор. Копнул всего два раза, и вот. Не монета, но предмет явно старенький. Чего это у нас? Ушко. А, не, это крышка с люльки. С небольшой люльки. Ну, достаточно целая. Старина. Забираем. Только что спугнул зайца. Такого здорового, как лось. Но... увы, снять не успел. Во. А здесь видно, что давно никого не было дома. Нора. Но уже подзаросла. Но кто-то здесь жил. Пойдемте дальше искать. Ветер сильный, а? Ну, весной он всегда сильный. Был сигнал. Не то чтобы красивый, но звонкий и чистый. Руками нашел, но еще не смотрел. Но походу пуля, наверное. Какая-то большая она для пули. Я через камеру не вижу. Не, не пуля, это и по всей видимости прясло. Маленькое прясло. Здесь отверстие и здесь отверстие. Чуток разорвано. Вполне может быть, потому что за мной речка. Ну, извините, не покажу, так как ветер сильный, а так я его закрываю. Ну что ж, заберем, заберем, старина, однозначно. Смотрите, чего нашел. Вот в такой форме еще не видел. Недавно находил похожий, но
Там был как вулкан, а здесь как будто они в бассейне. Какой огромный и большой муравейник. Надо будет с собой брать пару карамелек, потому что в наших краях таких муравьев нет, а вот здесь они есть. О, что-то потащил. А вот я бы им сейчас конфетку и подогнал бы. Мусор, комары покусали. Так, вот у меня здесь был сигнал. Смотрите, из такой вот ямы, достаточно крупная монетка. Ты кто? Опа, опа, опа-па. Чего-то вижу, а чего не пойму. Копейка, это не для копейки большая, 2 копейки. Походу 2 копейки, секунду. Да, 2 копейки 1800 какого-то 2-го года. Это такой тип монеток я называю веночки, потому что такое колечко выразительное вокруг идет, как будто веночек. Ну, а здесь орел такой. Сильно тереть не буду. Такие монетки у нас редкость. Так что почистим аккуратно. Может быть, вот этот окисел нам отдаст все-таки цифру. Не полностью ее сожрал. Почищу и вставлю. Посмотрите, что получилось. Хорошая находочка. Забираем. Продолжаем искать дальше. 2 копейки 1852 года. Обратите внимание, ВМ. Это у нас Николай I. Вес такой монеты 10,24 грамма. Изготовлена она из меди. Диаметр 27,9 грамма. А вот тираж всего лишь 199 121 штука. Вот если бы в хорошем состоянии подфартило найти, стоило бы сотку долларов, а в нашем состоянии доллара 3-4, я думаю, если повезет. Но тираж очень небольшой, так что это, можно сказать, раритет. Забрались мы на холм. Здесь, походу, стояли дома, но, наверное, советы, потому что уже мусор, тюбики, дифлофосы. Был сигнал типичный для совета. И вот находка. Ну, лежала не так, это я руками землю перебирал. И так она и вывалилась. Не смотрел. Ну, с виду не знаю. Бил как совет. В пределах 30. Что это у нас? Что это у нас? Ух ты, бля. Класс, класс, класс. Извините за мою истерику. Это серебро 5 копеек. Класс. Вот это поперло. Год 5 копеек, 1845 год. СПБ. Ух, сохранчик какой. А здесь, ух ты, ну ты, а здесь вот так вот, орел красавец. А, вижу, удар есть на 7 часов, но, фух, выдохнул. Вот это да, у меня такой еще нет. Есть пятачок, брат находил? Но тот помоложе, 45-го года. Ух, бомба. Сейчас буду копать все. Все буду копать. Ха-ха. Смотрим,
не переключайтесь. 5 копеек 1845 года СПБ КБ. Это у нас Николай I. Да, друзья, можете меня поздравить в моей жизни, это первая такая монета. Материал у нас серебро 868 пробы. Вес такой монеты 1,4 грамма, диаметр 15,1 мм. Тираж не очень большой, как для монеты, 1 740 000 штук. Состояние, как по мне, достаточно неплохое, вот если бы не коцанка на 7 часов. У нас такая монетка стоит, я смотрел, где-то 20-25 долларов, это так, чтобы забрали. Но люди, видел, просят и в разы дороже. О, брат истерически улыбается. Значит, чего-то нашел. Вот такой тут куст сирени. Большая яма. Наверное, был погреб. А вот сам домик. А там, где пятак я нашел, проходил минут 50. Перекопал уйму сигналов. Но пусто. Сейчас полезу туда. Туда. Я думаю, точно был погреб. Если вот это вот холм, дом, то это погреб. Пойдем в погреб. Ха-ха, не переключайтесь. Покажи, чего нашел. Я там в погребе нашел. О, 3 копейки. Ха-ха, во как. Смотрите, я нашел там поздние 3 копеечки, а брат 3 копейки 24-го. Интересно, интересно. 3 копейки 1924 года. Это у нас ранние советы. Материал медь. Вес такой монеты 9,8 грамма. Диаметр 27,7 мм. Толщина 2,1 мм. Это у нас Петроградский монетный двор. Гурт у нас гладкий, хотя бывает и рифленый, но это совсем уже другая история. В нашем состоянии монетка стоит, ну, у нас пару гривен, если повезет, это где-то 5-10 рублей. Сигнальчик был, заслушаешься. Выкопал вот такую вот аккуратную ямку. И вот так вот. Видите? Если не видите, я покажу. Вот. Вот у нас монетка. Я уверен, что это медь. Земля тут мокрая. Так, я ничего не вижу. Секунду. Это копеечка 1861 года. А с этой стороны вот так вот. Александр II. Но при жизни она была чуток подзатерта. Зато нет никаких окислов, как на поле. Вот чем хорошо копать на лугу. Если ее вода не убьет и была потеряна в хорошем состоянии, есть шанс найти хороший экземпляр в альбомчик. Забираем и продолжаем искать. Наконец-то очередная находочка. Сейчас попробую закрыть ветер. Вот она. Смотрите, земля как пластилин. О как. Я уже нашел, чтобы не снимать мусор. Но вблизи не смотрел. Думал, или пробка, или совет. 5 копеек ранних советов. 30 какой? 31 год. Земля как пластилин. Ну, состояние такое. Такое. При жизни, видно, был чуток подтерт. Ну, вот так вот. Но все же находочка. Карман. Пойдем с вами еще вон туда.
Может, и на том лужку что-то было. Вон, брат уже пошел. Так что смотрим, не переключайтесь. Вот такими вот проводами геологи, разведка ихняя, все здесь опутала. Самое интересное, что как-то они их и через реку перебрасывают, через воду. Какая-то у них большая машина есть с большим протектором. Потому что оттиски от протектора шире, чем лопата фискарь. Больше 80 сантиметров. Интересно, интересно. Вот такая вот ширина протектора у их лунохода. Представьте, какое здесь колесо. Вот такая вот колея. Это их машина, их луноход. Наверное, еще и стучит по земле. То, наверное, датчик. Вот видите, какие вмятины. И они повторяются вот так вот. Увидеть бы и снять этот луноход. Колесо метр. Наверное, это большая штука. Ух, 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 ух. Одни эмоции. Вот забрался в такие кусты. Люблю я по таким кустам лазить, потому что многие не ходят, там неудобно махать катушкой, все такое. И забрался не зря. Смотрите, смотрите. Вот вырыл такую яму. Сигнал был достаточно хороший. Фух. Фух-фух-фух. Волнуюсь, как первый раз. Была у меня в этом году уже такая находочка, где был вот такой гурт и был облом. Смотрите. Дважды же не может быть. О, какой гурт. Фух. По всей видимости, это серебро и какая-то большая монета. Ух. И руки дрожат. Так, иди к нам. Что это у нас? И тереть страшно. Ух, это полтишок. Это 50 копеек. Какого года? $0.50 РСФСР. Класс. Вот это находка. Вот это сегодня прет. Пятачок. 40 какого-то, не помню уже, 5-го. И целый полтинник. Круто. 21-й год. Так, секунду. 50 копеек ранних советов, 1921 год. Есть, конечно же, удар. Где-то на 2-2,5 часа по гурту вот здесь. Но это чепуха. Монетка в довольно неплохом состоянии. Ох. Честно, сдерживался, чтобы не заорать, потому что, может, не всем нравятся мои эмоции. С пятачком чуток не сдержался. Ну а тут как-то... Ух. Хотя, честно, чуток порал, но не на камеру. Ух, красавец, а! Это один из самых удачных копов в этом году. В пятерочку входит. Покружим. Такие монетки, бывает, лежат не по одной. 50 копеек СССР 1921 года. У меня такой полтишок. Первый. Крутая монета. На гурте вдавленная надпись чистого серебра, 2 золотника, 10 и 5 долей. Материал такой монеты серебро 900 пробы, вес 10 грамм. Диаметр 26,67 грамма.
У нас такую монетку можно продать в таком состоянии за 13-15 долларов, если очень повезет, но видео в интернете на разных площадках просят в разы дороже. Но я вам говорю то, что есть у нас. Геологи разъездились, все тут своими проводами опутали. Тянучи через реки их, они фонят. Так, но не об этом. Был у меня красивый чистый сигнал. И вот наша находка. Хорошо копать на лугу. Не очень грязно. Вот смотрите. Та-дам! И нашему вниманию предстает что? Какой оттиск? Оп! Во как! Может быть, пролежала так не одно столетие, ждала нас с вами. Хоп! Ой! Потерял. Не вижу. Через камеру вообще ничего. Посмотрим. Это у нас копеечка Николая II 1890 года. Если я правильно разглядел. Чуток почистим. Если с этого чего-то выйдет, ставлю видео. Ну, здесь вот так сильно не тер. Продолжаем. Вот такой у нас пейзаж. Брат умчался в светлую даль. Наверное, искать клад. Смотрите, какая интересная находка. На такую точно не ожидал. Та-дам! Рог. Чей-то рог. Косули, наверное. Можно сделать рукоятку на нож. Интересно. Среди луга и рог. Заберем. Классная находка. Помоем, почистим, посмотрим поближе. Ищем. Ветер ужас, как бы не улететь. О, руками нашел, но еще не смотрел. Но медь точно пела красиво. Иди сюда. Я ничего не вижу. Я ничего не вижу. Секунду. Ну, это 2 копейки, по всей видимости, Николая. Но их земля не пощадила. Не знаю, тут тереть не буду, смысла не вижу. Если дома отмою, успею, до того, как видео буду монтировать, ставлю фотографию. А нет, то хотя бы год напишу. Все равно, находочка, карман и покружим. Наконец-то правильный сигнал. Выкопал вот такую ямку. И вот наша находочка. Била стабильно 44-46. Так бьют или монетки побольше, или по возрасту постарше. Хоп. Достаточно не маленькая. Так, я не знаю, видно вам или нет. Мне не видно ничего. Секунду. Это у нас монетка Николая I. 1 копейка серебром. Но если я правильно вижу, не ЕМ, а СМ.
Она вот ударенная под номиналом. Но похоже на SM. Интересно. Погуглим, посмотрим. Забираем и покружим. Одна копейка серебром, 1840 год. Это у нас Николай I. Но обратите внимание на буквы SM. Чего это означает? Это Сузинский монетный двор, если я правильно произношу. Материал монетки медь. Вес такого красавца 10,24 грамма. Диаметр 27 миллиметров. Тираж монеты 4,5 миллиона. Кто-то скажет, большой. А давайте до сравнения. Монетка с буквами SPM выпускалась тиражом 11 миллионов 200 штук, а с буквами EM 20 миллионов 778 штук. Так что наши 4,5 миллиона это почти раритет. Да, в нашем состоянии и в нашей местности такая монетка стоит 15-20 гривен, если повезет. Это где-то 32-42 рубля. Но люди просят и дороже. Нашел я правильный сигнальчик. 44-46. Сейчас попробуем выкопать, так сказать, онлайн. Все, что я не копаю онлайн, это всегда шмурдяк. Ну, сегодня мы вдвоем, так что попытаем судьбу. Оп. Что-то это уже не похоже на монету. Проверим. А, вот. Вот, смотрите. Интересно, ее саданул или нет. Это у нас монетка. Что за монетка? О, какой зеленый оттиск. Скорее всего, ой, какая зеленая. Что это? Да, это 2 копеечки. Так, секундочку. 2 копеечки, походу, 1909 год. Я ее что-то зацепил, глубоко лежала. Как она туда могла попасть, на такую глубину, не знаю. Ну, с этой стороны вот так. Если удастся очистить, вставлю фотографию. А если нет, то уж извините. Покружим. Ну что, друзья, вот такой, как по мне, зачетный коп у нас сегодня с вами получился. Находки порадовали, даже я не ожидал. Это всегда приятно. Фух. На такие находки нельзя никогда настроиться. И это как в первый раз. Если видео понравилось, поставьте палец вверх. Если не понравилось, проходим мимо. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные находки. Я думаю, все у нас с вами еще впереди. Так что, как-то вот так вот. Подписывайтесь, смотрите. Всего вам самого лучшего. Не унывайте. До новых встреч. Вот наша, так сказать, мега-лопата за сегодня. Удачно, очень удачно, как по мне. Данный коп пока входит в тройку лучших копов этого года. 50 копеек серебряные, полтинник 1921 года, 5 копеек 1845 года в изумительном сохране, 2 копеечки, 3 копеечки 24-го, 2 монетки по 2 копейки, наверное, Николая, 1 копейка серебром. У меня точно такой год
У меня точно такого монетного двора еще нет. СМ. Ну, 25 копеек это ходячка. Копейка Александра II. Одна копеечка Николая. Пятачок. И трешка поздних советов. Дам еще прясло. Вот так сегодня удачно покопал. Да, еще рог. Будем думать, посмотреть, чего с него сделать. Так что вот так. Подпишитесь, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч. О, смотрите чего. Пилотка со звездой. Вот это такой я буду ездить на коп. Буду самый крутой копатель. Хе-хе.